Сегодня в выпуске подведение итогов по альбому «Пища на смерть» проекта Angelo Gard. Angelo Gard Rip 1990-2000 год включительно. Сегодня я расскажу в выпуске про лицо Бога, показывается. Вот. Афиша, кстати, что реклама Six Records. Через дистрибьюцию продавались кассеты. О, предоставлю, расскажу о своем первопрессе для CD. Кассета, первопресс и кассета 2016 года репресс и диск репресс 2016 года. Могу приветствовать тебя, очередная серия «Братан 3», номер 149. Сегодня я расскажу о своем проекте «Angelo Gard» с альбома «Пища на смерть». Сегодня подведение итогов. Итак, альбом я придумал в 99-м году. Сыграл его за неделю, в июле, где-то как раз час 14 июля 2019 года. Это было 30 лет назад, ёб твою деревья, если не сотрясло в 99-м году. Записал альбом за ночь, здесь же, в этой комнате, в августе ночью, да, соседи были охуевшие, но я тогда был как божество для них, да. Вот. Ко мне тут ходили и девки, и тетки, и тетки, да. Короче, первопресс 1992 года. Макс Рекордс. Выглядел он вот так. Смотрите, это 149-я серия, смотрите об этом диске. 146-й серии. А в кассете. Я в прессе информации нет, потому что кассет у меня. Так, все кассеты были распроданы. Могу, конечно, я недавно нашел кассеты все свои, которые я взял себе там одну продавал, я нашел на них кавера. Могу снова начать. Так, 147 серии я рассказывал о первом репрессе кассеты. 148 серии я рассказывал о первом репрессе на CD на культе Нес Рекордс. А это 147 серии на Вибриджиклз Рекордс. Кто может подтвердить, что я в 99-м году существовал? Князь мой год был по Нептуну порту. Я к нему подходил, когда в 99-м году на Хоббите, и хотел через него продавать свои кассеты. Но он увидел и сказал, что Angelo Gard это христианский проект. Вот скажите, где тут лицо Бога? Вот скажите, где тут лицо Бога, ёпты? Вот ведь название, ну и название это как бы с подвохом было. Богохульство, ёпты. Но он не понял, ну, блин.
я тут при чем? Короче, вот Афиша, 99-го года, она висела в Харькове. На Советской, около Лиры, около Мадина Динамо. Ну, а где все висела такая Афиша, формата 4. Вот тут написано, свечи, я как я предоставлю картинку. С этим изображением. Вот. Новая харьковская студийная группа Эджерокат, играющая в стиле Брутал, Дату, Блэк Дэс и так далее. Это разные альбомы у меня там были. С 90-го года под успешным учителем. И альбомы были в разных стилях. И готик, и блэк, и рау блэк метал, и брутал там, и рейдбор, и рейдбор, и дэс метал, и авангард, дэс метал. В следующих выпусках я буду рассказывать о своих проектах, Каждый там следующий выпуск я посвящу своему проекту Angel of God, альбому Дисгармония. Вот. Кассеты с альбомами группы вы можете приобрести в точках продажи Switch Records. Angel of God выражает благодарность Switch Records за информационную поддержку. Вот, все это было. Так что, мое существование в 90-х годах может подтвердить Константин Змеевский, князь Войвод, Евгений Афон, из каких-то известных людей. Кто еще? Ну и фанаты, музыканты. Группа Пласт может подтвердить. Группа Мирандуа. Лучшие участники группы Мирандуа могут подтвердить. Из таких, кто сейчас Блидинг может подтвердить. Не знаю, если помнит, конечно. Я обратился как-то к этому, как его зовут. Либо этот мутант, а он что-то меня не вспомнил. Ну и хуй с тобой, блядь. Я тебя тоже не вспомню, когда меня спросят. Вот. Долг платежом красен. Хвала Люциферу. Такс. Что мы маем, а что мы маем? И теперь покажу. Это играет сейчас как раз мой проект в формате Wave. И покажу как раз вот на Metal Archive'ах тут вот актив. А это неправда. Проект уже давно рипнутый, ну почему-то, потому что я издавался на самоиздатах Max Records в 99 году, и только через 18 лет издался на репрессе, то есть на кассетах и на аудиодисках в формате CD. Вот он я, вот мой проект, вот я тут есть. Вот такая вот история. Начинал я в 90-х годах, да. С 89-го года я начал заниматься металлом. И период где-то с 2002 года меня съела цивильная жизнь. Вот. Я музыка стал заниматься студийно, мало. И поэтому ты обо мне ничего не слышал до 2002 года. Вот. В 2000 году время перемен, и я начал активно заниматься своим маркетинговым ходом раскрутки своего бренда. Подписывайся на мой канал. Всем пока-пока!